Азербайджан устал от постоянных провокаций армянской стороны. Мнение эксперта Игоря Корольченко. Азербайджан сегодня отвоевал 7 своих сел на оккупированных Физулинском и Джибраильском районах, вернул стратегические высоты. О чем это говорит? Это еще раз доказывает, что вооруженные силы Азербайджана по своей мощи являются лучшей армией региона. Азербайджанская армия хорошо мотивирована, ведь военнослужащие сражаются за правое дело. Они возвращают оккупированные территории своей родины. Поэтому они отличаются высоким патриотическим духом. Армянские же военнослужащие даже не знают, за что они сражаются. Они сражаются не за свою территорию. По уровню компетентности, технической оснащенности вооруженных сил Азербайджана, уровню командных кадров, подготовки генералов и азербайджанских офицеров, азербайджанская армия заслуживает только отличных оценок. Еще раз подчеркну, с политической точки зрения мы призываем, безусловно, к скорейшему прекращению боевых действий, к переговорам. Такова официальная позиция России. Но при этом я, как эксперт, понимаю логику действий руководства Азербайджана, который уже устал от непрерывных провокаций со стороны Армении и который вынужден действовать в условиях форс-мажорных обстоятельств. Азербайджан защищает свои национальные интересы в условиях, когда армянскими сапогами ходят по азербайджанской территории. В таких условиях просто была невозможной дальнейшая сдержанная позиция. Азербайджан просто должен был ответить. Как будут развиваться события, покажут ближайшие сутки. Может быть, двое-трое суток. В Армении объявлена мобилизация. Если сейчас армянские дивизии поедут с территории Армении воевать в Нагорный Карабах, перебрасывать по транспортным коммуникациям, которые проходят по двум оккупированным районам Азербайджана, то это одна ситуация. Если же боевые действия будут вестись с группировкой, которая противостоит азербайджанской армии, это другая ситуация. Здесь очень много неизвестностей. Здесь любой прогноз будет неточным. Но абсолютно точно могу сказать одно, что Азербайджан действует в соответствии с нормами международного права, правом на самооборону. Он освобождает азербайджанские села, которые десятилетиями удерживали армянские оккупанты.